на фестивале байкеров Харли Дэвидсон. На фестиваль приехали байкеры всего мира. На этой выставке 100 тысяч мотоциклов. На каждом мотоцикле есть надпись Харли Дэвидсон. Вам нравится выставка мотоциклов и как вы здесь себя чувствуете? Да. Хорошо. Плохо. Ненавижу выставки. Хорошо. На фестивале можно приобрести мотоцикл. Например, этот стоит 85 тысяч евро. А вот этот 60 тысяч евро. На фестивале байкеров представлена не только мотоцикл, но и военная техника. Это настоящая боевая машина пехоты. Она стреляет не только по наземным целям, но и по воздушным. Например, этот Ява. Яву взял я на халяву. Помните, как пел Сектор Газа? Яву взял я на халяву. Круто, он мне делает мотор-байк. Милана моя подруга, я везде с ней выступал. Много рэп, пока я попили читал. Не смотрите, что я. Ребята, это круто! Он сделал вот настоящий мотоцикл и сделал даже татушку символа Харли Дэвидсон. Видите? Сейчас будет заезд байкеров-каскадеров! Улыбнитесь, каскадеры! Своими руками, но и прокатиться на нем. Снова на бисе Бонин Денис. Пою и читаю куплеты. Пожалуйста, плиз, это мой каприз. Мне очень нравится это. Снова на бисе Бонин Денис. Пою и читаю куплеты. Пожалуйста, плиз, это мой каприз. Мне очень нравится это.